Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать кулончик на цепочку с красивой гравировкой из обычной монетки. В нашем случае это 50 копеек украинских. Первое, что с ними надо сделать, это зачистить обе стороны, чтобы были гладенькие, без никаких надписей. Так что берем шкурку 80-ю и начинаем тереть монетку. Таким образом я зачистил монетку, довольно легко она мне далась, ничего лишнего, обе стороны гладенькие. Следующим шагом будет подклейка заготовки. После этого предстоит самое сложное, это оторвать нашу заготовку от пальца. Вроде ничего не испортили. Теперь можно вырезать. Пришлось обработать нашу заготовку на станке. Дальше у нас кропотливая работа. Нам придется все остальное лишнее убирать на пыль. Будет очень красиво что-то вырезать в нашем кулончике. Вот что у нас получилось. Теперь можно заниматься гравировкой. Я уже чуть-чуть набросал. Если видно, вот по этим буквам будем бить. Дальше работа очень кропотливая. Я покажу, как создается надпись. Для этого нам нужна иголочка цыганская. Так потихоньку мы бьем.
сильно глибоко колем. Для того, чтобы можно было исправить, если вдруг не там дырочку поставить. После того, как у нас уже есть гравировка, нам надо закруглить все острые углы. Для того, чтобы наш кулончик был красивый, нам нужно очень серьезно поработать над его кромкой. Теперь только отполировать. И под конец, чтобы придать зеркального блеска, мы полируем наш кулончик пастой.